Всем привет на канале Alex Game. Как вы все знаете, а те, кто не знает, сегодня рассмотрим очередной перенос от CD Projekt Red, а именно Киберпанка 2077. Да-да, любимую долгожданную игру снова перенесли. Все мы любим CD Projekt Red за игру Ведьмак 3. И с большим нетерпением ждем выхода Киберпанк 2077. Ну вот, увы, очередной перенос. Давайте подробнее об этом. А перед началом разбора переноса Киберпанк 2077 не забудь подписаться на канал Alex Game для того, чтобы не пропустить ничего интересненького. И да, надеюсь, Киберпанк выйдет в этом году. А если ты подписан на канал Alex Game, то ты первый увидишь геймплей и прохождение Киберпанк 2077. Итак, компания CD Projekt Red продолжает череду переносов Киберпанк 2077, которая, согласно новому графику, выйдет 19 ноября сего года, а не 17 сентября, как планировалось до этого. А ранее, кто не помнит, релиз Киберпанк 2077 планировали весной. CD Projekt Red отмечают, что предпочитают выпускать игры, когда они полностью готовы, а не торопиться, предлагая сырой продукт. Принять решение о переносе студии было сложно. Там понимают, что геймерская аудитория будет расстроена. Разработчики отмечают, что Киберпанк 2077 полностью готов, за исключением некоторых мелочей, таких как оптимизация под новые платформы и оптимизация под PS4 и Xbox One. Также разработчики Киберпанк хотят выпустить продукт высокого качества, без багов и ошибок. Хотят грамотно связать все компоненты игры и чтобы они все работали как надо. Одним словом, хотят отполировать игру и представить нам шедевр. Ну что же, будем пристально следить за CD Projekt Red. И да, канал Alex Game, конечно же, как и многие геймеры, сделал предзаказ Киберпанк 2077. Так что с даты релиза мы будем в прямом эфире проходить этот шедевр. Так что не забудь подписаться на канал, а я говорю всем пока и до скорого.